В 2019 году соцстандарты вырастут на 2%, Минфин. Бюджет является очень консервативным, заявила Маркарова, но соответствует всем приоритетам правительства. Проект госбюджета на 2019 год предполагается рост всех социальных стандартов на 2%. Об этом сообщила ИО министра финансов Оксана Маркарова, передает он в понедельник, 17 сентября. Проект бюджета не закладывает курс доллара. Макроэкономические показатели утверждаются кабинетом министров. Тот макропрогноз, который утвержден в сценарии номер один, мы использовали как базу для планирования бюджета. Относительно цифр социальных, то мы закладываем минимальную зарплату на уровне около 4200 ГРН и соответственно рост всех социальных стандартов 2%. Бюджет является очень консервативным, одновременно соответствует всем приоритетам правительства, сказала Маркарова. По ее словам, в 2019 году продолжатся реформы медицинской сферы, образовательной сферы, поддержка ряда секторов, в том числе агропрограммы, и обеспечение всем необходимым сектора обороны и безопасности. Отметим, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%. Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamyCorrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.